стал ночью, это самое, стал, смотрю, бутылки стоят, несколько штук. Ну, в одной бутылке было где-то грамм 70, около 100 этой. Я понюхал, думал водка. Ну так, не пробовал, понюхал, думаю, спиртное. И сразу залпом ее эту стопку я выпил. И понял, что я выпил эту кислоту потом. Меня все запекло, и в горло запекло, и в желудок. Хотел вырвать, у меня не получилось. Я начал запивать водой, пил с крана эту воду. Ну, потом не помню, пена пошла у меня какая-то там, со рта. Вот. Потом смотрю, мне хуже все встает и хуже. Я взял сам по телефону, вызвал скорую. Такие случаи не единичные, бывают очень часто такие случаи, не только, допустим, ортофосфорная, бывают и разные кислоты, бывают, допустим, и моющие средства, допустим, и уксус. Ну, такие случаи не единичные. Тяжесть состояния обычно зависит от того, насколько много человек, ну, употребил этого раствора, этих жидкостей.